Красивое пение. Именно так дословно с итальянского переводится бельканто. Эта музыкальная техника появилась еще в XVI веке. Главная особенность бельканто в том, чтобы звук был насыщенным, а каждая нота плавно переходила от одной к другой. При этом важно, чтобы голос оставался ровным, а тембр был спокойным во всех регистрах. Оперный певец Алессандро Сваб рассказывает, для того, чтобы виртуозно исполнять бельканто, нужно полностью расслабить мышцы горла и позволить воздуху заполнить всю диафрагму. Ведь искусство пения – это прежде всего искусство правильного дыхания, объясняет маэстро. Бельканто – это итальянская техника пения. Да? И тоже в России это есть эта техника, потому что у вас уже в году 1730 там, да, Катерина II пригласила итальянские певцы, итальянские маэстры, и здесь, конечно, начинали тоже бельканто. Поэтому мы очень похожи, наше пение очень похоже, наша культура. Этот мастер-класс – часть проекта «На том стоим». Цель международного фестиваля – показать, что российская культура – важная часть мирового духовного кода. И никак иначе. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».